В связи с устойчивой температурой наружного воздуха, положительной, то есть мы на ежедневной основе проводим работы по расчистке ливнеприемных решеток во дворах. Это мы делаем силами управляющей компании, а также силами аварийных бригад водоканала. Мы прочищаем, если забиваются сети ливневой канализации, мы прочищаем эти сети. Дворники на ежедневной основе проводят осмотр, убирают лед. При наличии засора на ливневой канализации вызываем водоканал для дальнейшей очистки стоков. Если топит дом, топит двор, то, соответственно, житель может обратиться в единую диспетчерскую службу, оставить заявку и на нее моментально отреагируют. Ежедневно происходит мониторинг всех заявок, поступающих в диспетчерскую службу, на портал «Добродел» и в социальные сети. На основании этих заявок проводится обследование сетей. И на основании обследования вырабатывается дорожная карта по ремонту либо профилактической промывке того или иного участка. По результатам обращений прошлого года создана дорожная карта на этот год, выделены необходимые денежные средства для проведения ремонтных работ по ряду участков. Выявлено несколько участков, особенно по южной части города, уже разрабатывается проектная документация на них, и в течение лета будут произведены работы.